Всем огромный привет! Это канал «В гостях у Анушки». Сегодня я буду готовить грибы-шампиньоны. Так маринованные грибы можно жарить на мангале или запекать в духовке. У меня здесь 800 грамм грибов, я грибы почистила и помыла. Одну луковицу нарезаю и добавляю к грибам. При этом лук немного прижимаю для того, чтобы лук пустил сок. Добавляю черный перец и 2 столовые ложки майонеза. Соль я добавлять не буду, чтобы грибы остались сочными. Теперь все хорошо перемешиваю. Удобнее это всего сделать руками. Оставляю грибы промариноваться хотя бы на 2 часа, но обычно я оставляю их на ночь. Жарить грибы мы будем на мангале, на шампурах. Если хотите запекать их в духовке, тогда выпекайте при температуре 180 градусов, примерно 20 минут. Выкладывайте грибочки в противень всегда ножкой кверху. На мангале весь процесс тоже занимает немного времени, все зависит от размера грибов. Как только все подрумянилось и гриб очень хорошо скользит по шампуру, значит все готово. Главное все время их переворачивать, чтобы они равномерно поджарились. Грибы получаются очень сочными, друзья, пробуйте, готовьте, надеюсь вам понравится этот маринад. Добавление майонеза дает вот такую вот румяную корочку грибам. Желаю всем приятного аппетита, солнечного летнего настроения, друзья, всем пока-пока!